Доброе утро, с утра было так темно дома, что я даже ничего не снимала. Я загрузила полностью машину, там у меня моя подушка. Огромный какой-то трактор, с которой еду к ребятам. Я буду в Минске 4 дня. У меня через 2 часа ровно прием у стоматолога, потому что я хочу еще раз убедиться в том, что у меня все нормально с зубами, что все пролечено, потому что перед установкой брекетов нужно все пролечить. Дорогу замело, на улице жуткий снегопад, буду ехать очень аккуратно, очень медленно. Увидимся с вами уже в стоматологии. Я сейчас жду, когда воск окончательно застынет. Еще теплая емкость. Видите, как он застывает. Если бы это был парафин, то здесь бы уже была бы огромная такая, знаете, дырка. Вот эти вот коричневые вкрапления – это ароматизатор. У меня он вот такой ванильный, и он как бы пищевой. Лучше, конечно, добавлять аромамасла, но я когда нюхаю, вы не представляете, как будто это ванильный белый молочный шоколад. Настолько вкусно пахнет, это просто потрясающе. Жду, пока полностью застынет, хочу красиво еще упаковать. Хочется прям себе оставить ее, но нет, это сделано в подарок. Для того, чтобы убрать неровности наверху свечи, я немножко нагреваю все это дело феном до того момента, как воск не начнет растапливаться. И потом, когда верхний слой немножечко потопится, при застывании он станет идеально гладким. Осталось только запаковать. Я буду упаковывать в крафт. Сейчас как раз убираю на хранение Алисины весенние вещи. Конкретно этот пуховичок от Зары, она где-то случайно запачкала в краску. На рукаве я уже приклеила нашивки, которые заказывала с Алиэкспресс. То же самое нам сейчас нужно будет сделать и с передней частью. Сначала думала приклеить одного Гарри Поттера. Он, кстати, достаточно большой оказался по размеру. Но потом нашла еще несколько разных наклеек, нашивок, которые я до этого заказывала с Алиэкспресс. Но примерив и одну, и вторую, и третью, я поняла, что мне это не нравится. К тому же, если клеить все патчи, связанные с фильмом Гарри Поттера, то другие сюда вмешивать уже не стоит. Поэтому решила по факту клеить только одного Гарри. Клею с помощью утюга через плотный лист крафта. Ну все, с пуховичком закончили, можно спокойно убирать его до следующей весны. И теперь переходим к формированию подарков. Как я уже говорила, в этом году я отвечаю за подарки для первоклашек, поэтому сейчас будем вместе с вами их упаковывать. Коробки я сначала накладываю бумажный наполнитель, а потом сам подарочек и кучу разных конфеток. Кстати, практически все то, что я буду упаковывать деткам, я покупала на Озон. Если вдруг вам понадобится, то ссылки на это я оставлю в описании. Ну что, мне кажется, я сегодня часа 3 все расфасовывала, упаковывала. Мальчикам с зелеными бантиками, девочкам с красными бантиками. Подарки для учителей, кстати, в всех коробках, которые я делала на канале. В общем, дело сделано. В пятницу уже будет у нас праздник. Так что я могу немножко выдохнуть, что все, что нужно, уже готово. Подарочки готовы. Так что все, ждем праздника. Так, мы сейчас с вами в мастерской. Я собрала все свои силиконовые формы, которые дома нашла. Вот это новое, в которой делала свечку в одном из прошлых видео. Здесь у меня ракушка, вот такая вот маленькая форма. Но я не уверена, что из нее будет достаточно удобно доставать то, что получится. Еще у меня вот такие вот формы есть. У меня, кстати, в них были свечки сделаны. Еще вот такая есть формочка. Еще вот таких вот формочек, 3 штуки. И вот такая форма. Сейчас я сделаю замес, и я хочу все это наполнить. Посмотрим, что получится. Это я потихонечку экспериментирую со своими силиконовыми формами и с тем, что из них получается. В общем, хочу сделать еще одну свечку.
Возможно, сделаю вот несколько маленьких свечей. Сейчас думаю о том, как сделать огнеупорный состав для того, чтобы не трескался потом раствор, когда свечка разжигается, нагревает форму, чтобы не трескалась. Поэтому эксперименты мои продолжаются. В сам раствор я добавила еще черный краситель для того, чтобы формы после высыхания смотрелись насыщеннее. Все аккуратненько простукиваю, для того, чтобы выгнать пузыри, и жду полного высыхания. Ну а теперь вернемся в сегодня. Я наконец добралась до стоматологии. Все, дело сделано. Я была записана, кстати, еще завтра на прием к стоматологу, но мы сделали все сегодня, поэтому на завтра запись я отменила. И у меня весь день свободен. Это значит, я могу заняться какими-то другими более интересными делами. Я тут подумала, если сегодня понедельник, а в четверг я уже поставлю брекеты, то мне нужно срочно поесть то, что я потом есть не смогу. Это значит погрызть яблоки, орехи. Знаете, вот напоследок взять наесться того, что я потом есть очень долгое время не смогу. Поэтому, мне кажется, надо сейчас продуктовую корзиночку немножечко свою пополнить, потому что похрустеть орешками я очень люблю. Да. Сколько всего блестящего и красивого. Выбрала подвеску, вот ее забрали оттуда. Очень красиво. Приеду домой и покажу. Слушайте, сколько интересных всяких разных кулончиков. Когда-нибудь с новой камерой проблема фокуса, расфокуса окончательно решится. Я очень надеюсь, что это будет все-таки до Нового года, потому что размытое лицо человеческое смотреть не очень прикольно. Я купила еще в поле хлеб с вялеными томатами, и я думаю, что сейчас спущусь в продуктовый и закуплюсь продуктами на те 4 дня, которые я буду здесь. В прошлый раз рождественскую зону я вам близко не показывала, но когда я спустилась на первый этаж и прогулялась между всеми этими декорациями, я поняла, что это настолько волшебно красиво, что ну грех вам это не показать. Эти движущиеся фигурки животных, разные милые какие-то хомячки, даже говорящий зубр. Очень все красиво оформлено, прям лепота. Ну а потом я отправилась в Zara Home. Реально думала, что все размели. Но потом увидела красивый новогодний текстиль. Красную клетку я просто обожаю. И в принципе новогоднее украшение и декор, он очень сдержанный, очень такой, знаете, красивый, нейтральный. Не вырви глаз. Колокольчики в виде оленя мне понравились больше всего, кстати. В секции с кухонной утварью там были разные новогодние полотенчики и держатели для салфеток. Вот эти звенюшки, кстати, в комплекте из 4 штук. Звездочки смотрятся красные очень красиво. Что это за прибор? Я, кстати, не в курсе. Если знаете, напишите. Кухонный таймер я идентифицировать все-таки смогла. Много разных симпатичных тарелочек. А вот эта книга для рецептов, мне кажется, это очень крутой подарок, потому что она смотрится очень красиво. Туда можно вписывать все самые классные, удачные рецепты и даже вклеивать фотографию, если вы любите фотографировать свои кулинарные изыски. По центру магазина вокруг елочки стояли разные корзинки с новогодними украшениями. Ключики, кстати, мне понравились очень-очень сильно. Думаю, повторить такое. Ну а потом я пошла гулять по магазину и стеллажи с кружечками, с досочками, со всякими разными классными штуками для кухни. Это всегда то место, куда я вот как залипну, так отлипнуть потом и не могу. Потому что все это так красиво. Очень круто смотрится. Единственное, что цена, конечно, немножко кусючая. Скалки, я не знаю, то ли это мрамор, то ли что-то очень похожее, меня они прям покорили. Кстати, достаточно тяжеловаты. Еще в таком же камне была подставка под ложки. Самое время отправляться за продуктами. Так, у нас здесь очень много овощей и фруктов. Взяла в этот раз еще вот такие вот интересные штуки. Я обожаю кокос. И взяла еще хлеб, хочу сделать
интересную такую, даже не закуску, не знаю, как называется. Короче говоря, буду запекать вместе с сыром, с ветчиной. Ну что, продукты закуплены, теперь можно вздохнуть спокойно. Я, кстати, из тех людей, которые не особенно любят готовить. Но иногда мне в охотку очень хочется, знаете, поэкспериментировать. Я думаю, что сильно высоким делать его тоже не стоит. Половинку отрезать сверху. Мягкий какой, вкусненький, наверное, будет. Идеально. Подрежу, наверное, чтобы не мять его. Угу. Может, побольше вырезать, чтобы бортики были не сильно толстые. Наверное, мне придется взять все-таки ложку, потому что так руками очень будет некомфортно доставать. То есть надо сделать так, чтобы и хлеб был, и начинка была. Что, крышечки тоже убираем лишнее. Сделаем вместо одного горшочка, сделаем полтора. А какой-то мягкий сыр у вас такой прикольный. Как называется? Он, кстати, очень хорошо плавится. Ну, это типа в моцареллы что-то, наверное. Ну, потому да. Что моцарелла тоже такая мягкая, белая почти, да, что. Да, да. Ну да, надо было, наверное, вчера моцареллу взять, потому что я взяла обычный твердый сыр. Можно взять его снова, он довольно неплохой. Его, конечно, резать неудобно. Ну, мы его трем. Ну, он явно плохо трется, конечно. Тогда... Ну, я сейчас потерла белый. Сейчас буду дотирать вот уже этим. Мне кажется, что этот рецепт один из самых простых, который сможет повторить практически каждый. Все, что нам нужно будет, это просто кубиками нарезать начинку, потереть сыр. И внутрь вы, между прочим, можете укладывать все, что угодно. У меня пошла обычная вареная колбаса, ветчина, помидоры с перцами, кстати, можно положить. Потом все это в общей миске замешиваем. Следом нужно будет взбить около 3 яиц примерно. И всю эту массу с яйцами перемешать. Выкладываем в наш маленький горшочек с горочкой всю начинку. Она в процессе запекания немножечко подосядет. Бортики, кстати, можно смазать взбитым яйцом, чтобы они потом при запекании хорошо подрумянились. Отправляем все в духовку до румяной корочки. Можно потом в самом конце вбить наверх яйцо, тоже будет очень вкусно. Вот что у нас в итоге получилось. Так как сам по себе хлеб темный, при запекании он еще больше потемнел. Хорошо, что хоть не подгорел, а то мы немножечко, кстати, передержали. Лучше такой пирог все-таки не передерживать. В итоге получается супер вкусно. Обязательно попробуйте такое сделать.